Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжение просмотра. Так, что-нибудь меняем? Поселенцев можно точно поменять. Бонус священного места. Строительство оборонительных зданий. Ну, например, чтобы где-нибудь стены построить. Хотя, с другой стороны... Давайте пока бонус священного места лучше поставлю. Чуть побыстрее, плюс 3. Чуть побыстрее набьется. Так, могу еще мечника, кстати, дуболома в мечника апнуть. Это типа значки эпохи. Ну, тут точно не стоит пытаться в темный век выходить, потому что еще куча... Куча ходов. И пытаться остаться в золотом веке, в темном веке... Так, уже без всяких... Так, шумер там, ну, мне кажется, у них эти там кампуса точно стоят. Давайте посмотрим. Так, у Вьетнама два кампуса, ну, или кампусы с библиотекой. У Америки один точно стоит. У шумера вообще то ли 4, то ли... У шумера нормально так. Кампусов. А я без всяких кампусов 26 науки. Так, вот и Акрополь. Соответственно, союзим Валетту обратно. Наконец-то проплыть смогу здесь. Это все стоял галерой и ждал. Так. Да что за хрень, блин? Уходите. Слушайте, они на самом деле могут и Родос взять такой аравой. Блин, надо в мечника апнуть. Тут даже не в плане очков эпохи, а чтобы от этих нгаумбемба отбиться. Давайте из Кноса отправим. Ой, могу купить посела. Ну, наверное, это последний. У нас 6 ходов. То есть 120, да, последний. Я бы лучше уже миссионеров покупал и распространял религию. А, блин, Окленд убил этот предки, лагерь. Без предки устраиваешь, да? Блин, надо про заповедники еще подумать, где их поставить. Может, кстати, а здесь где-то ставится? Тут просто вот этот... Ну, тут ставится, типа, сюда, но я до этих клеток не доберусь. Блин, надо еще караванчики построить. Ну или за веру купить. Ну там один всего надо построить, я думаю. Блин, тут реально, кстати, Родос у нас... Могут забрать. Так, нам бы гоплитов, видимо, еще...
Черт. А, я вот туда хотел город, кстати, бахнуть. Ну, наверное, все-таки отправлю. Не думаю, что его разграбят. Хотя могут разграбить. Сейчас посмотрим, насколько больно ударит. Ну, два Нгаумбемба и лучник. Вообще могут взять город. Даже за один ход. Следующим ходом, правда, я этого убью. Фак. Мне надо было дуболома в Родосе держать, а не в Коринфе. Смысл вот в Коринфе я его держал. Так, у меня уже 7 городов. В принципе, место на 9 городов, да? Хотя даже на 9... Ну, тут ГГшка, но она походу появится. Опять валет у меня перекупил. То есть, в общем, мне не нравится вьетнамец. А, он решил на юниты нападать. Так, это хорошо. Давайте так встанем. Собрать тут овец и поставить рудник. То возвращаемся домой, пока ГГшка не появилась. Вот хрен его тут вьетнамец держит. Скаута. Так, тут гипс надо обработать и благовоние. Кстати, я, наверное, монополист по гипсу буду, судя по всему, что ни у кого больше нету гипса. Оракул построили. Так, ну ромашку надо где-то вот тут делать все-таки. А тут еще, видите, у нас... Капец, вот там тесно. У кого? Это шумер, вьетнам и американец. Просто ну... на пересечении трех цивилизаций стою. Да-да. Сейчас как меня выносят, я там слышу это. Тут, конечно, вот тут тесновато. Так, должен, по идее, этого лучника... Нет, блин, не добил. Ну, прикол. Ладно, давайте так. Так. Ну, это, по идее, с песчаного змея, так что он не будет поселенца захватывать. Блин, и тут не хочу атаковать, потому что больно будет. Мне вообще надо атаковать, потому что тут зона контроля на Нгаумбемба, вот тут не действует от города, потому что через реку. И он либо этого лучника проатакует, либо этого, и лучше этого, потому что он на холме. Так, давайте Мокшу в Каринф, а Пингалу куда-нибудь пересадим. Пингалу вообще можно вместо уже Магнуса сажать. Кстати, а давайте как раз... Блин. Не, надо тут вырубать. Так, где у нас много вырубки? В Олимпию. Походу в Олимпию. Или в Афины, кстати. Тут еще камни. Не, в Олимпию давайте. Так, Магнуса в Олимпию. Пингалу в Спарту. И Мокшу в Каринф.
Ух, какое чудо. Ну, такое, на самом деле. Ну. А, он еще и караван мне может разграбить все-таки. Скорее всего, караван, кстати, разграбит. Или лучника проатакует. Смотрим. В общем, варвары непредсказуемые. Разграбил караван. Ну, может, это и к лучшему, кстати. Я его зато убил. Так, здесь рабочего сделаем. А чё Валет-то еще хочет? Караван, по-моему, да? Ну, кстати, можно проложить. Так, сколько стоит этот миссионер? 70. Пора покупать. Блин, ну я и не выхожу в золотой век. У меня два хода. Не хватает 6 очков, 4 очка могу с гоплита получить. А откуда еще? Конечно, надо лагерь бы. Ну, я, ну это просто без шансов этот лагерь как-то убивать. Не знаю, строить гоплит, не строить. Так-то он два хода, наверное, будет строиться, да, в Спарте? 3. Эх, фак. Да, тут в нормальный век, конечно. А не, слушайте. И все-таки гоплит нужен. Так, в Валетту отправлю. Ну и сколько его стоит купить? Фак, я пикинеров... господи! Какого хера эта военная тактика конченая открывалась? Бля, ну это трындец какой-то. Откуда у него послы, интересно? Вот у него откуда послы? Блин, ну как же я так... Вы знаете, вот в шестой цели это вот постоянно вот эта хрень происходит, что ты что-то не... Я вот считаю, что вот эту возможность, что у тебя отбирают возможность построить уникальный юнит, потому что ты куда-то вышел, это тупо. У тебя уникальные юниты должны быть просто до конца игры открыты. Блин. Теперь это уже все. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
3 очка. Лошадей. Не, все равно не выходишь никак. Был бы гоблин, вышел. А так. А, ну давайте я пересоюжу, когда я смогу за веру что-нибудь покупать. Пока я думаю, мне нужно миссионеров. Еще одного. А, еще вот тут я получил сейчас очки. 2 очка не хватает просто. Блин, а тут надо понять, где у нас будет. Ну, я бы скорее вот сюда ставил. Или вот... Не, сюда нельзя. Наверное, вот сюда надо ставить дамбу. Соответственно, в Коринфе где-то здесь. Ну да, в общем, центр коммерции можно сюда делать. А правительственное вот тут. Блин, как жалко. Как я с этим гоплитом... Ну тут, наверное, за распространение религии возьмем. Отключаю таймер. Да, давайте. Давайте минут 10 перерывчик. Сколько? 10. Ровно 10 минут. Через 10 минут я запускаю таймер. Я, наверное, просто пока постою. Он уровень дает. Надо подождать выхода в океан. Придушить этого змея, наконец. Задолбался своими тингау. Что-то там. Ну не так, никто, кстати, так Рараймо и не увидел у меня. О, надеюсь, его скаута замочат в сортире. Так. Ну, мне нужен еще один поселенец, на самом деле. А возможно, даже два, но я, наверное, не успею вот до этого трелесника. То есть, куда у меня тут влазит город? Раз, два, три. Я бы вот сюда поставил. Раз, два, три. И тогда уже тут не влазит из-за ГГшки. Да, возможно, даже ближе сюда, куда-нибудь к алмазам. Ну, то есть, один точно нужен. Так, давайте разметим нашу будущую ромашку, во-первых. А во-вторых, здесь разметим дамбу. Пока у нас перерывы. Ну, получается, сюда акведук. Сюда промышленную зону. Я все еще без единого кампуса играю.
О, и заповедники, вот что мне важно. Да, но тут заповедники немножко не так, не очень круты прям будут. Но вот тут точно надо заповедник ставить. Вот тут будет крутой заповедник. На 4 клетки, да? А вот в Афинах, походу, некуда. Ну, просто слишком мало клеток будет использовать. Хотя... Хотя вот сюда... Например. Да, ну тут вот, вот это будет использовано, а здесь, скорее всего, будет геликарнас стоять. Но все равно прикольно. Я просто не знаю, какие у тебя планы на расселение. Вот слева от Буэнос-Айреса, вот справа от Сен-Джона на побережье, на тундре, есть какие-то планы? Нет. Но... И вот тут, кстати, еще можно будет подумать, но пока, пока нет. Сейчас тогда эти метку на всякий еще поставлю. Ты, кстати, скоро в Союзе? Пока был перерыв, расставил метки. Вот тут. Плюс еще вот здесь, мне кажется, священные места. Ну, мне кажется, надо будет священное место поставить. Несмотря на то, что... Хотя, может, и нет. Ну, то есть вопрос, честно говоря. Но вот тут красиво будут райончики стоять вот в этих местах. Плюс еще на этот Акрополь начнут нормально влиять. Йокай. Так, ну чё, давайте, может, кому-нибудь что-нибудь хреновое сделаем. Да зачем хреновое? Горгу, может. Мне, да? Да, давайте горгу. Не, давайте вот я, типа, ни с кем не соседствую, давайте за меня лучше тогда. Раз я никому там не мешаю и так далее. Мы же за тебя Канада не можем. Говорит. Наш же континент за тебя ничего не может сделать. Не-не-не, это Канада говорит, ты меня видишь. А, да, ну давай за тебя. Просто я ни с кем не соседствую, ни на чьей территории не претендую. Ну и торговые пути предлагайте, потому что там вы в центре находитесь. Я за Шумера. За Шумера? Давайте японцу. Японцу торговые пути. Какой-то неизвестный. А Абрахам у нас. Культурный захват. О, ну хоть к этому, к Шумеру прошло. Угу. Знаете, наверное, Эритрию. Тут на этих все влияет, а вот Эритрия... Не хочу больше пока покупать миссионеров. Остальные должны вроде сами обратиться. У нас просто очень разрозненный континент. Причем японец так широко расселяется. Рим, наоборот, старается ближе к соседям расселять. А этого Эфиопию очень сильно забили. Давайте, Алян, на аквакультуру. Можешь поставить еще один город и сломать ГГшку. То есть, чтобы хотя бы 7 городов было. Наемников давайте откроем. Что-нибудь меняем здесь? О, блин, а что я не... Господи. Так. Два влияния. С тремя, соседство, поселенцев, можем культурный театралка, сделать, гранату город поставить. Блин, оборонитель не хочу ставить, я просто куплю за веру. Ну, давайте, может, так. Ну и куда я тут под гранату поставлю? И... Ладно, давайте соседство театральное. На одну точно там должно влиять. После да, плюс 4 культуры. Камбуса я довольно долго не буду ставить, честно говоря, и пока непонятно даже, где их ставить. Я только в ромашке вот здесь вижу. Подождите, не понимаю, а и перестал работать... Что-то странное, подождите, был перерыв, у меня метки показывали соседство. Нажми на следующий метку. Ход, они на следующий ход перестают работать. Прикол. А почему они работали вообще? Ну, в мультиплеере оно так работает. Нет, ты можешь нажать на метку, потом снова нажать ОК, и оно показывать начнет. Нет, так для всех... Я не знаю, нажимаю ОК, ничего не показывает. Ты
тогда странно. Ну, оно через раз работает. Вот у меня я нажал на метку, нажал ОК, и мне показывает. Ну, видите, там уже Вьетнам, кстати, религию принял последнюю. Промышленная зона 3. И акведук я здесь как раз не хочу ставить. Давайте промышленную зону уже. Прям сразу. Арбалетчики у меня открыты. Так, тут надо строителя. А караван в каком-то другом городе. Нет, арбалетчики не открыты, через математику надо, да? Есть цитрусовый. Ну давайте, я уже не буду древние стены. Валетту ждать, чтобы купить древние стены. Я хочу накопить веры, перекупить валетту хотя бы на один ход, чтобы сразу в центре городов все скупить и все. Тут вообще тоже город можно было бы поставить. Так, а да, остальные города, по идее, сами должны неплохо. Видите, вот Афины уже... А, и Афины я сам обратил. В Аргасе, может... Какой у меня из этих городов самый производственный? Где мне делать этот... Правительственную площадь? Ну, тут, кстати, ГГшка будет. Блин, реально, Вьетнам вообще без армии сидит даже. Просто он тоже... Не пытается на кого нападать, просто даже без армии сидит. Чтобы пойти его вынести. Ну, блин, там тяжеловато, конечно, с его способностью на леса. Мера, зачем тебе трибушет? Вот мне надо везде леса вырубать у себя, конечно. У меня на территории. А что? Я понимаю. Чтобы как раз Вьетнам не пришел. Сам убился об меня. Тут скаут убился, здесь этот. Может просто тут постоять тогда? А, хотя вон там еще. Но эти сейчас превратятся в юниты ГГшки. В любой ход практически. Так, у нас два посла есть пока. Никуда не отправляем. Тут подождем, когда построится. Я, наверное, священку все-таки сначала сделаю, потом заповедник.
что ты вот так не хочешь? Так, а гипс там что дает? Ты по-моему, мне... тоже на деньги, как и алмазы. Блять. Может, что-нибудь за деньги купить? Вон, военную подготовку тоже открою. Что-нибудь меняем? Тут строители надо, священное место надо, театралка пускай будет. Скидка в улучшениях. Ну, можно вот это поставить, апнуть в эти арбалеты апнуть. Тогда пока феодализм, чтобы не сразу... Эти как раз два хода феодализм. Блин, а может заповедник здесь? Точно, ребята. Зачем мне там строить заповедник, когда он вот здесь, зашибись? А, подожди, ну как зашибись? Он только на три клетки будет работать. Ну так хорошо, а тут тоже на три клетки. Потому что вот это не будет работать. А здесь он реально больше даст. Да-да-да. У меня уже два флотовода. Походу, никто гавани не строит, кроме меня. Мне так флотоводцы набиваются изи. Да, блин. Я тут хотел производство поставить. К строительству зданий. Ну, неплохо. Так, что дальше здесь соберем? Или ничего пока не соберем? Так, тут хочу дождаться создания рабочего и начну священочку ставить. Ну, буду вырубать леса на священочку или и камень. Да, блин. Так, что-то обращаются города, да. Вот это сам обратился, Олимпия сама обратилась. Выпусти меня. Не, ну выглядит пока все очень даже неплохо. Мне нравится, что у нас по вере у соседей 119 вход. Ну это да. Там у него священки зашибись. 25 всего лишь, 8, да. У канадца дофига. Как думаете, имеет смысл обвинить канадца на тот случай, чтобы он не обращал города наши в религию? То есть, смотри, у него там 220 религии, веры в ход. Я уже укрепил веру, можешь посмотреть, там ничего плохого нету. А дело не в плохом или хорошем, в принципе, чтобы ты не обращал города? А, у меня нет в планах. Ну, типа, как хочешь, но... Ну, планы меняются. Нет. Ага, византиец, я тебя понял. Не переживай. Там, видишь, у меня стоит один. Я его заранее. Так, феодализм, честно, наверное... Говоря, давайте уже военную подготовку откроем. Уберем это карточку на ап-юнитов. О, нет, на меня напали. Просто ждем возможности через океан плавать. Блин, давайте откроем селитру. Блин, ребята, меня убивают. Выражаю искреннюю обеспокоенность. Мы осуждаем такое поведение. Ну, я не знаю, что теперь. А что ты даже не готовился? Там не было написано, сколько армии у человека. Это было так внезапно.
А что происходит? Кто на кого напал? Ставлю то, что Византия на кого-то напала, да? Нет. Я прав? Я прав? Нет, нет, Леша, ты не прав. Черт. Ну тогда расскажите, кто на кого. Рим на бедный Китай. Я услышал, что кто-то на Китай напал, а кто? Рим. Рим, а. А скажите, пожалуйста, когда в правительственной площади можно будет строить следующее здание, ну, после зала для приема? Ну, когда следующее правительство примешь. Вот там смотри, видишь, там есть правительство, они так разделены по полоскам. Вот когда ты каждую полоску принимаешь, новое здание открывается. Понял, понял. Странно, Митя, вроде же давно играешь в ЦУ. Да, ну. Всегда есть такие моменты. Вот ты там в одном видео пока не рассказал, что от, ну, когда шпион приходит, или там дипломатическая видимость, то есть там повышенные программы, и это дает плюс к боевой силе. Я об этом даже и не знал. Да, видимость дает, чем выше каждый уровень видимости по отношению к сопернику, плюс 3 к силе. Ну, многие такие моменты не знал. Поэтому, ну, например, Франция крута. У нее изначально... Ну, этот, Екатерина Медичи, которая на шпиона, у нее изначально видимость сразу. То есть у Франции просто ни за что плюс 3. Так, картография у нас здесь, это стремя, вот это что? Ну, пойдем в картографию, кстати. И феодализм, я думаю, имеет смысл своим ходом открыть, как раз ускорим. Так, здесь убираем 50%. Что поставим, производство в городах? Давайте. Или давайте поселенца поставим, может быть, построю. Как раз Магнуса, пока мы не выкупили эту клетку, можно здесь построить поселенца. 6 ходов. Если посмотришь, у меня вся вера, она как бы в ноль тратится, так что не переживай. Явно не на миссионеров с апостолами. Ну так она сейчас тратится, а потом, когда ты уже все потратишь... Тебе уже некуда будет ее. Да не. Блин, я бы поклялся реально. Вот если бы я хотел распространить, я бы взял не там защитника веры, а там дальность религии. Так это не сейчас ты будешь Алёша делать. Алёша просто повод ищет, ну что ты. Да не, на меня-то никто не нападет, я понимаю. Типа, он просто же не нападать хочет, а идея, да, идея же в том, что если канадец решит распространить веру, мы ничего не сможем сделать. Типа, как раз мы на него не можем напасть и убить его апостолов, которыми он придет на нас. То есть я к этому, что превентивно просто обвинять его. Мне-то что, мы далеко друг от друга. Ну да. Я про себя чисто говорю, что может мне превентивно его обвинить. Чтобы можно было всегда, если придут его апостол, сразу и мочкануть, как бы... На пальцах объяснить, что буддизм говнина. Осуждаю. Ты посмотри, какая шикарная религия, а. Да ты мне, православному, об этом говоришь? Ой, я не посмотрел. Сейчас иудеи придут, вас рассудят. О, кстати, Волин появился таки. Ну, может, зря я не апнул этого в арбалет, но... Пока так. Так, тут только культуру под лян будем делать. Так, сюда у нас
Очевидно, кампус встает. Ну, а сюда гелик. Надо вообще попробовать сейчас, может, гелик. А, подожди, там маяк нужен, я вот не помню. Ну, то есть гавань точно нужна, а вот по поводу маяка не помню. Ладно, сейчас глянем. О, блин. Вот это не очень... Античность средневековья работает. Ну, кстати, можно тут создать и уровень дать, и... И армаду сделать. Чё нет? Так, ну что? Это Рим пошел латниками, ой, легионами. Ну да, строится. Долго, правда? Ну давайте. Не знаю, я просто... Мне тут точно он нужен. У меня Афина будет очень круто тогда. Так, два действия больше. Два рынка должен еще построить. То есть вот тут союзы у нас получается. Так, а чем гильдии два рынка? Два рынка надо. Вообще не понимаю, зачем войновики. Слева же места много. Блин, маяк разграблен. Единственное, вот пока что я серьезно реально хреново сделал, это пантеон не тот взял. Надо было на престиж, несомненно, набрать. А в остальном, в принципе, давайте тут лесопилку пока поставлю, просто чтобы ускорить теху. Костроителей. Рынок. У него место еще городов на 15. Посмотрим на его статы. А почему здесь статы? Ну, в перспективе опоздает. А тут либо тебя сейчас заберут. Нет. Либо... Ну, он потратил свои статы на промку на юнит. И все. Думал, Лухань пойдет. Ну, походу, больше городов только у канадца, я так понимаю. Но у него тут, конечно, тоже шикарное место. И Канада очень шикарна. Ну, хуже всех дело у Вьетнама. Я не знаю, почему он при этом... А, кстати, Валетта засоюзилась. Я не знаю, что... Нет, вроде нет. Это просто я вижу, показалось. Что он тут? Так, ну вообще, имеет смысл, наверное, следующим ходом... Засоюзить Валетту и попытаться все в центре городов купить, в первую очередь, стены. Да нет, все там надо, амбары покупать. Наверное, в первую очередь, амбарами пройдемся... Купим.
Давайте пока гильдии. Я думаю, что мы два рынка должны скоро сделать. 4 хода, 7. 7. 3. О. Вот 3, 4 хода будет два рынка. Ну, еще и гавань меня разграбил. Я тут залочено все. Так, ну все, Валетту. Вдохновение для госслужбы. Это что? Это 10 жителей. Ну, Спарта, если мы вернем гавань, вполне может дорасти. Ну ладно, все равно пока союзим. В первую очередь надо было покупать в прибрежных без реки городах. Так. И в Афинах надо. А, ну тут производство пока на этого. О, Буэнос-Айрес. Че, Эфиоп, ты в Союзе? Господи, канадец уже, наверное, миллион городов поставил. Так первый век-то без монументальности, так что это не считается. 10 городов уже, я думаю, не будет останавливаться. Сейчас остановлюсь, блин. Вон, лучше посмотри сделку, какая хорошая. Только гипс у меня есть, не знаю, почему тебе не показывают. А, подожди, стоп. Это ты у меня забираешь гипс, да? Тогда у меня да, янтарь типа... есть. У меня янтарь есть, да? Извини. Вот так. Да, извини, не увидел. Игра сюда предлагает, но я, наверное, сюда поставлю. Но это последний мой город будет. В общем-то, можно карточку убирать. У меня ты меня слышишь? А, да. Зачем тебе на меня нападать? У тебя есть куда ставить города? Вижу армию, вижу полководца. Смысл? Я поставил их, чтобы ты попугался. Ну, конечно. Правда. Так, следующим ходом гильдии надо будет отменить. Форма правления с 6 ячейками. Это типа... Вот это, да? Мне кажется, надо союзиться с американцем. Вьетнам как-то всю игру выглядит no good. Блин, плюс 25% веры, а у меня тут священку, собственно, некуда ставить. Так, ну пора, наверное, аквакультуре. Я, наверное, краба... Блин.
Надо просто, наверное, купить клетки. Ну, краба надо вырубать и на его место аквакультуру ставить. О, и на нашей... И у нас началась... Контент пошел. Кто против кого? Так, Шумер объявил войну американцу. Да. Пим, а ты не будешь против, если я вот тут джемчик выкуплю? А чё не Вьетнаму, блин, у Вьетнама? Не знаю, мы, конечно, у них там, наверное, пересечение слишком. Рим, Византия. Что Византия? Я бы, конечно, вьетнамцу на его... Ну, то есть у Вьетнама просто нету... Нету... армии. Ты не будешь? То есть вот это 61 сила. Ну, потом дай что-нибудь взамен. Так. Китай это вывезешь против Рима? А почему должен не вывезти? Ну, я, наверное, открою замки. Очень хочется каравеллы открыть просто. Вот этого я сейчас не понял. Ты в меня не веришь? Обидненько было, да? Ходу через 10 поговорим. Хорошо, я не против принять союз. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.